plug, that's a trollo. He got it for the low low. Привет, и в этом видео мы расскажем о развивающих игрушках для детей от 0 месяцев. Когда малыш только рождается, в принципе, кроме маминой заботы и сиси, ему больше ничего не надо. Но наступает ребенку месяц, и он уже начинает потихоньку познавать мир. Весь мир ребенок познает через вас, поэтому как вы представите для него этот мир, таким он и будет ярким и насыщенным. А теперь мы покажем нашего Платошкина игрушки, которые он с удовольствием познавал и играл. Да, ты тренируешься. В этом коврике еще была вот такая вот подушечка. Это для того, чтобы малыш учился держать голову. Сейчас я вам покажу, как она работает. Этот коврик поддерживает плечевой, назовем пояс, область. И малыш, удобнее ему держать голову, тренировать мышцы свои. Вот так это выглядит. Кроме звуковых эффектов, на коврике есть еще световые эффекты. Вот такая вот игрушка, она тоже очень нравится нашему малышу. Тут как звуки природы есть, в котором сейчас в режиме находится, так же и музыка. Музыка, честно говоря, нам не очень нравится. Мы заметили, что игрушки, где вот именно есть такие вставочки, он больше всего запримечает и играет, смотрит, улыбается им. Следующей полезной игрушкой для малыша я считаю вот такого жирафика Софи. Мы ему вкладывали в ручку, он держал. Очень мягкая, приятная резина специальная. И удобно держать в ручке. Можно как за ножки взять, так за шейку. Вот такой вот жирафик Софи. Вот так, да? Такая реакция на жирафика. Вот так реагируем на жирафика. Пип. Вот так вот шарик держит мальчик. Хотели переодеваться, подготовили одежки, а он взял шарик и держит. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, и бежит. Куда бежим мы с пятачком? Большой-большой секрет. Да? Вот так вот шарик он держит. Очень пригодился и понадобился нам шезлонг. Такое вот креслице для малыша, в котором он и днем смог поспать, и я могла его переставить с собой вместе туда, куда мне надо. Даже поставить рядом с собой на стол. Здесь прорезиненные внизу находятся вот такие на ножках штучки, чтобы не скользило. В принципе, шезлонг очень сильно мне помогал. Я могла делать свои дела по дому, а он тихонечко в шезлонге сидел и смотрел за мной. Да, Платоша? Следующей хорошей полезной игрушкой для нас стала вот такая развивающая книжка. Здесь находятся вот такие элементы объемные, зеркальце черно-белое с красным. Они довольно-таки хорошо привлекают внимание ребенка. С этой стороны находится цветная сторона с шуршащими элементами на разные темы. Это привлекает внимание, конечно, ребенка, и он тянется к ней. Здесь есть завязочки, можно привязывать как к кроватке, как и к другим каким-нибудь. Допустим, да, я даже к коврику привязывала,
чтобы он находился в стоячем положении. Здесь плотный каркас, не мягкое. И для сравнения вам покажу то, что я заказала на AliExpress, но оно мне не понравилось тем, что не имеет плотного каркаса и совсем как тряпочка мягкая. Ну, вот такая мягкая книжечка, она совсем вот, видите, ее можно смять кусочек, она не держит совершенно формы. Правда, стоило копейки, здесь тоже есть элементы грызунок. Вот. Так что это нам в плане того, что ее поставить как-то, она совершенно неудобна и не держится. Но зато можно стирать и просто положить, и ребенок будет рядышком лежать и дотрагиваться до них. К 3 месяцам у нас начали появляться первые погремушки, которые мы также кладали малышу в ручку. Вот тоже с жирафиком Софи, вот такая вот погремушечка. Простая, без резких звуков, которые не пугают ребенка. Также яркий элемент. Вот такой вот. Типа браслетика. Ну, это вообще любимая игрушка. Черно-белые игрушки вообще в фаворе у нас у ребенка. Ему очень нравится. Он в первую очередь между цветной и черно-белой выберет всегда и будет обращать внимание именно на черно-белую. Так она звучит. Ее легко стирать, ухаживать за ней. Поэтому пользуемся с удовольствием. Малыш любит. И также выкладываю ребенка, стараюсь, чтобы его ручки попали под вот такую книжечку. Тут у нас разные животные, яркие элементы, и она такая шелестящая. Благодаря этому тоже привлекает внимание ребенка с хвостами. Есть еще у нас вот такая вот гантелька день-ночь. Тоже она тихонечко звенит, не грубо. И такая вот яркая, веселая, тоже с черно-белыми элементами. Появился первый прорезыватель. Потому что, как вы видите, ребенок начинает активно сосать и брать руки в рот. Поэтому отвлекаем внимание, охлаждая немного. Даем ему, и это на какое-то время является спасательным таким элементом. В руку, да, даем. Если уже начали именно о таких прорезывателях, вот еще есть вот такая вот игрушечка, тоже с элементами. Сюда можно в кармашке в дальнейшем вкладывать, допустим, какую-нибудь фотографию, тоже рассказывать вот одну, вторую. Небольшая книжечка, но довольно-таки милая. Тоже можно благодаря вот этому элементу привешивать на коврик. Ключики вот такие яркие. И в этот раз я купила маленькую мобильную карусельку, которую можно везде прикреплять. Тут есть несколько видов крепления. У нас вот такая, я ее присоединяю к коврику, хоть это не от этого коврика. Можно на колясочку прицеплять, там есть крепление, крабики, также на дуге. Очень удобно. Здесь, правда, всего одна мелодия классическая, но ребенок любит наблюдать, и она пока ему, вот мы используем с месяца, ему сейчас 3 месяца, и ему пока не надоело. Тут можно, есть режимы без звука, просто движение, со звуком и выключено. Режим. И вот такая вот еще подвесочка у нас есть с разными элементами. И пикает. Вот так. Вот пикает здесь, да, здесь это пикает. Зеркальце находится с обратной стороны, геометрическая фигура, треугольник, тоже с черно-белым элементом. И типа прорезывателя, ребенок может ручкой, если оно висит на нем, тянуть. Это вот уже ближе к 3 месяцам, чтобы стимулировать у ребенка интерес. Такие вот игрушечки от 0 до 3 месяцев.
у нас есть для развития нашего крохи. Погремушечку. Да, ням-ням-ням. Да, вкуснота. Ням-ням-ням. Как одной, так и двумя ручками держит. Да, более точное движение в ротик. Эх, ну вот эта игрушка просто the best. И поговорить, и понаблюдать с ним можно. Отличная игрушка. Хорошие игрушки, где есть зеркальце. Малыш может смотреть на себя. Да. Вот так вот. Даже теребить. Оп. И такой вот зайка. Икеевский. Вот такой. Тоже нравится его. Обниматься с ним. Ку-ку, привет. Зай-зайвич. Да?